Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. У нас закончился турнир, и мы забираем свой приз. Так, ну что, вот он, наш родной пак. Сюрики, как обычно, и Рокзар. 50 ДНК, ну, естественно, будем это все разбирать. 90 золотых осколков и 75 платиновых. Ну и самое интересное то, что мы сейчас, конечно же, будем с тобой делать буст. И я надеюсь, он у нас получится. На этой неделе, как мы видим, разыгрывается у нас Крис Брэдфорд. Многих, наверное, он заинтересует, но меня нет, потому что он у меня уже прокачан, извините меня, в платиновый ранг. А по испытаниям на этой неделе у нас будет Мания Майки, Городская война Тени на солнце, ближе к концу недели Черепашья буря и Клан Фуд. В принципе, ребята, в принципе, что могу сказать, здесь, именно вот на городской войне, мы можем пофармить с тобой, попробовать кунаичи, естественно, шинигами и все. Остальные как бы есть. Ну, а Мания Майки тут лишь только Микеланджело Видение, по-моему, ролевой нам нужен будет, да, и, конечно же, космос. Но, опять же, все зависит от того, какую команду нам дадут. Так, ребят, ну что, приступим. По заданиям у нас все сделано. В магазине я, по-моему, все получил, что можно, да. И откаты, и да, и энергию. Получается, что... Секунду. По жетонам я хотел посмотреть, что у нас по жетонам творится. 102 жетончика. И это говорит о том, что мы с тобой приобретаем еще 3 ДНК на нашего Шреддера классического. Ну, по жетонам пока все кисло. И мы будем с тобой, наверное, все-таки приобретать. Нет, я все-таки слэша прокачаю, а потом уже будем с тобой копить на кроликов. Ну что, а мы с тобой начинаем арену. Поехали. Откат произошел где-то минут 20. Я хотел, ну, с самого начала, да, ребят. Но, видите, интернет пропал куда-то. Какие-то сбои сегодня. Вот, поэтому не получилось. Ну что, вот у нас 11-11, и мы начинаем. Уровень, я вижу, тут 17-й, 15-й для нас это как семечки. Тем более мы начинаем, естественно, с 30-го левела. И сейчас будем бомбашить. Ну-ка. Приступим. Минус Рафаэль, причем сразу же. Так, кусок экрана сейчас бросим, угол. Ага, Лео, Лео выжил. Ну-ка, Донни. Так, постепенный урон, да, ребят? Обожаю Донни, потому что он может вешать постепенный урон. А постепенный урон это потенциальная смерть для врага. Потому что если мы его не успели добить, то обязательно сможем, как говорится, именно за счет постепенки уничтожить противника. Ну что, Лига воинов 2 звезды, ранг 57. Должны с тобой мы очень-очень быстро бустовать. Так, возьмем с тобой нонейма вот этого вот. Уровень уже, как ты видишь, 21 здесь. А мы... переходим на 35 левел. Так что преимущество пока на нашей стороне. Да, оно всегда и будет, потому что если я где-то почувствую опасность, я лучше возьму с собой имбового персонажа. Ну-ка, минус караечка. Давай-ка, наверное, Леонардо с тобой накажем. Кейси Джонс, ага, справляется с этим делом. И, ах ты, Макман, ты посмотри. Плюнул. Блин, Лео, почему ты такой вот слабый, а? Я как-то вот не могу, ребята, его видеть с луком. Я привык его видеть с катанами. Но здесь с луком он вообще не смотрится, если честно. Так, ну что, воин 3 звезды. Позиция у нас с тобой 70-я. Едем дальше. Так, 11-12. Давай попробуем что-нибудь посолиднее достать. Ну, например, там 12-13. Но мне кажется, такого счастья мне не дадут. Не-а. Не дают? Вот. Ха-ха. Что там, яйма какой-то? Ладно, не имеет значения. Я вижу только уровень здесь уже 25-й, 23-й и 22-й. В принципе, ребят, для нас это не опасно, потому что мы все равно на 10 уровней выше нашего противника. Так, и с кого начнем? Наверное, будем с Лео начинать. Нет, с Эйприл. Начну, пожалуй, с Эйприл. Да, я ее с одного удара уничтожаю. Теперь будем брать Леонардо в разработочку, ну-ка. Минус. Теперь, конечно же, лучше брать Бибопчика. Так, Донни, успокойся. Хобана. И сможем добить его? Нет, вряд ли. Не получается. Все. Саблезуб сделал свое дело, да? Ну что же, отлично. Продвигаемся с тобой дальше. И да,
Мы с тобой перешли в элиту. 63-я позиция. Так, ну что, давай попробуем что-нибудь эдакое достать. Например, вот, ах, елки-палки. Было 12-14, ребята, а я, как всегда, поспешил. Ну, если было, значит, будет еще. Курт. 29-й максимальный. А, 30-й даже здесь по максималке идет. 30-й. Ну что же, а мы с тобой уже на 40-х. То есть мы все-таки с тобой держим марку именно в 10 уровней. И это дает нам преимущество некое. Так, давай-ка, кролики. Так, погоди-ка, если мы вот так сделаем, а? Вызовем дух Они. Да ну, а если так? Что-то, ребят, не клеится. Угу, минус один. Давай вот так вот. В плане? Ты что делаешь? Эй, Рокстеди, он даже вообще, ребят, по-моему, не попал. А ну-ка давай колесом. Чпок, ага. Теперь давай свои. Я вот не могу понять, это у него что, такая плетка или что у него в руке? Странное такое оружие. Какой-то серп, и тут же вроде как цепочка, и я знаю, что, как сказать, по-моему, японское или китайское оружие есть, да? Типа маленькая булавушка такая, но обычно вот эта цепочка, она еще и имеет шипы. То есть она может перерезать обычно мягкие ткани. И вот этот вот серп у нее в руке, это, знаете, как бразильский маленький нож, что вот этот, который у бойцов. Я же забыл все это. Ну, короче, я надеюсь, вы поняли, да, о чем я говорю. Вот что-то типа такого у нее в руке находится. Так, 13-15. Это у нас Денис. Это у нас Денис. И я смотрю, тут уже 33 уровень. Ну, а мы с тобой на 40-й. Быстренько перебежание. То есть разница в 7 уровней. Сокращается, кстати, да, разрыв. Причем существенно. Ну что, давай бросим черепки. Неплохо, я тебе скажу. Также бросим баллончик с тобой. Ага, сразу минус троечку сделали. И, наверное, сейчас добьем. Клево. Команда моя, как всегда, ребята, на высоте. Ну что же, а мы с тобой двигаемся дальше и перейдем. Да, мы переходим с тобой на элиту 3 звезды. 80-я позиция. Так, и здесь мы с тобой, наверное, возьмем Артура, у которого 13-16 кубков. Ага, здесь смотри-ка. Здесь уже немножко, ребята, опасно становится. В плане того, что у него 36-37 уровень. А у меня 40-41. И мы прекрасно знаем, что у компьютера более развитые персонажи, чем, например, это играл бы реальный человек. Поэтому для подстраховки я возьму здесь. Мне нужен массовик. Давай, наверное, вот так вот. Конечно, лисичка это не сказать, что она супер-пупер имбовый персонаж, но, ребят, я думаю, здесь будет этого более чем достаточно, да, Лапекс? Ну-ка проверим, насколько она звезданет и сколько урона она несет. Ну, этого достаточно, друзья. Этого достаточно, чтобы, наверное, сейчас со второго-третьего хода... Ага. О-оу. Ну-ка, кофемашину Донни, врубай свою. Да что ж ты будешь делать? Мандагека выжил, а? Как он умудрился? Я не знаю, ребят. Но, как видишь, результат налицо. Мы все-таки здесь с тобой выиграли и двигаемся дальше. Надо же, мы уже в самураях. Вроде только начали играть, а уже в самураях. Так, 13-16, а дадут мне? Вот. Это Ярослав. Тут уже 41 уровень. Вовсю, ребята, выступает. То есть... прям на пятки мне наступает. Надо что-то делать, как-то ускоряться, я не знаю. Давай, наверное, возьму здесь нейтрализатора для, как сказать, для быстрой, наверное, победы и быстрого отрыва, если такой получится. Он будет, естественно, ходить первым. Упс, нет. Конечно же нет, у Майки всегда инициатива выше, чем у кого-либо. Вот что я тебе скажу. Поэтому даже Майки Космос здесь ходит первым. Да, и у Шреддера почему-то тоже инициатива огромная. И вот только сейчас ходит нейтрализатор. Ну, главное, что он ходит, ребят. Воу, Бибоп выжил. Это ненадолго.
Так, ну что, результат мы видим и с тобой дальше двигаемся. Если мы сейчас, кстати, так будем быстро, очень сильно набирать темп, я думаю, что мне придется в каждом бою брать имбового персонажа. Так, что у нас тут? 14-17, есть 13-15. Ну, я возьму, наверное, 14-17, это у нас Леонардо. Так, 41-42 у него уровень. У нас 40... А, мы уже на полтиннике пришли. Все, друзья мои, можно немножко расслабиться, потому что, ну, полтишки не так легко разобрать. Это как среднее звено между топовыми персонажами и слабыми. Это ровно середина. Так, секундочку, ну-ка, Крэнк, звезданик своей ракеткой. Как-то слабо ты звезданул, если честно. И это тоже не особо сильно. Ну-ка, лазером бомбанем. Откуда он этот луч берет, я не могу понять. Вроде ничего нет у него на груди, он откуда-то лучом бьет. Так, здесь у нас... Наверное, надо вот так вот сделать, скорее всего. Чомпи, ну-ка, подожги его. Ага, прекрасно. Теперь, наверное, вот... Нет, вот так вот сделаем. Так, а я думал, постепенно урон уничтожит. Нет, не вышло. Во-во-во, потише, ребятули, вы чё? На-ка тебе. И ты тоже получи. Но не уничтожили. Так, Донни, молодец. Ну что, как-то вот так вот у нас. Видишь, уже бои не такие быстрые у нас идут. Уже как бы приходится немножко подумать. И мы в самураях с тобой две звезды. 57-я позиция. Окей. Так, 14-17. А может быть, дадите мне, например, 14-18? Да, дают, ребята. И это Инксанскбой, ё-моё. Пока выскажешь, язык сломаешь. И, как мы видим, тут уже 45-44 уровень, поэтому... Я возьму, наверное, Карайку. Карайку мы как раз с тобой качаем, она у нас в платиновом ранге. Я и прокачал скилл кунай до 6-й ступени, друзья. Сейчас проверим, как он. Великолепно. Не, серьезно, великолепно бомбит. О, кунай еще что-то слабенько как-то. Ну-ка, ты, Лео. Прекрасно. Так, Сплинтер промахнулся. За это и получает, и Макман. Воу-воу-воу-воу. И не попал. На тебе за это. Ну что же, идеальная победа. И мы сейчас, не знаю, ребята, перейдем мы на следующий ранг или нет. Давай-ка глянем. Как ни странно, переходим в самурая 3 звезды, 91 позиция. Но вот здесь уже, ребят, придется, наверное, затянуть пояса, потому что не успеем мы перейти с тобой с этой попытки в сёгуны. Так, 14-18, они хотят мне, да, больше давать? Ладно, возьмем с тобой вот этого персонажа. 45 уровень так и стоит, никуда он не двигается. А мы с тобой тогда спокойненько будем отыгрывать полтиннички. И ко всему прочему, наверное, возьму здесь змею Карай. У него 45 уровень, и он до сих пор еще в серебряном ранге. Странно как-то, да, немножко получается у него. Так, что мы сделаем с тобой? Крик души от змеи Карай. Это раз. Во-вторых, сразу же сделаем с тобой дебаф. О, это круто. И теперь бы, конечно, хотелось бы какую-то массовую атаку, но у нас, походу, ее нету. Нет, есть у мутагеноида. Но мне что-то кажется, что это не поможет. Ну, да, ребята, никого не подбили. Тихо, шар из другого измерения. Что-то они все на хана прут, ты посмотри. Так, ты сейчас своими гранатами. Поехали тогда. Минус. Так, убрали еще одного. Донни, успокойся. Давай вот так, наверное, с вертушки. Хоба. Ну и Рокстеди телекинезом. Ух, выжил. Тогда вот так вот. Тыч. Тычка такая, да? В его носатую морду. Ну что же, а мы с тобой перейдем сейчас где-то, может быть, 50-я будет, 40-я позиция, скорее всего, да? О, 35-я. Так, ладушки, 15-19. Уже, ребят, хорошо. И возьму я, наверное, против нас Александра, Сашку. Ну, смотрите, вот и он добрался уже до полтинников. То есть это уже, ребят, первый сигнал о том, что рейчик давай-ка брать
кого-нибудь посерьезнее, потому что оно полтинники на полтиннике, это, естественно, мы проиграем. Так что зэк нам в помощь, посмотрим, как он будет бомбить. Он бомбит великолепно. Так, добивку делаем. Минус. Ах ты, гаденыш, Шреддер, ребята, захилял. Захилял команду. Крысиный король здесь мало нанесет урона, это факт. Блин, они сейчас все на него переключатся, нет? Ты смотри, что творят. Слушай, надо, наверное, тут уничтожать слэша. Так, теперь давай дрона вызовем. Минус Майки. Я думаю, что сейчас минус Шреддер. Да, и остается Бибоп. Но этот парень крепкий, не хочет сдаваться. Пощечину ему. Крысиная пощечина, ребят, не сработала. В общем, зэк его отдубасил своей вертушкой с ноги. Ну что же, давай двигаться дальше. И сейчас мы перейдем в Сёгуны. Да-да, 78-я, ребят, позиция. 78-я. Так, 15-19, это уже хорошо. Изабель мы с тобой берем. Он меня уже, если честно, начинает опережать. Прикинь. Ну что же, я тогда иду в, как говорится, на крайние меры. Беру своих топовых бойцов. Почему? Потому что если, друзья мои, я сейчас буду там топтаться на месте, он уже дойдет до 60-х, а я еще до сих пор буду с полтинниками там разбираться. Для этого мне придется как бы бустовать. Ну, беру на одного топового персонажа 4 слабых своих героев и таким образом отыгрываю их. Ну что же, 31 позиция, то есть еще бой, и мы с тобой уже в Лиге Сёгунов. 2 звезды, и это очень круто. Тут будет достаточно, наверное, Леонардо и вот этих вот ребятулек я с собой беру. Погнали. Так, красавцы меня заждались, давай, Лео, жги. А чё жги, ребята, ему одной вертушки достаточно, чтобы всех уложить в баньки. Но это все равно не дает нам никакого отрыва. Мы топчемся с тобой на месте. Так, я нас поздравляю с Лигой Сёгуны. 2 звезды. Так, ну что тут у нас? 15-20. Отдадите мне 16-21, нет? Будьте так щедры, пожалуйста. Ни в какую не хотят. Ни в какую не хотят. Ну что, тогда нам придется с тобой, ну, соглашаться на их условия, ребята. Возьмем пал. Нет, лучше я возьму Викторию. Да, я возьму лучше Викторию, и с Викторией пойдет у меня драться Усаги со своей вот этой вот командой. Мы только сейчас перешли на 60 уровень, а у противника 55-56. То есть он от нас, ну, просто не отрывается. Никак. Кстати, сегодня я тебе скажу, очень хороший буст у нас получается. Вот по моим ощущениям, что даже лучше, чем в прошлые разы. Ну-ка, добьем. Нормуль. Так, ну что, мы с тобой обычно доходим до Лиги Мастеров. Одна звезда, да? На самом первом бусте. Посмотрим, как здесь у нас получится. Позиция у нас 33-я. То есть еще один бой, да? И у нас будет трехзвездочный. Вот, 16-21. Я возьму, наверное, здесь Ваньку вместе с Джастином. Ваньку с Джастином и... Раз, два, три. Вот так вот. Я не насчет Джастина, конечно, не уверен, но Ванька, я думаю, меня не подведет. Хотя у него скиллы не прокачаны, а у Джастина прокачаны. Но почему-то ходит первым по укус. Интересно. Ну-ка, давай так сделаем. Давай вот так вот, массовую атаку от Змейка Вьюна. Ванька, давай, добивай их всех. У тебя должно получиться. Молодец, красавчик. Ну что, вот мы с тобой и переходим на Лигу Сёгунов 3 звезды. Угу, а местечко у нас 88-е. Окей. Так, я так понимаю, это Андрей должен быть. Окей, берем Андрюху. Берем с тобой Армагона. Вместе с Армагоном... Тихо, Майк, уйди. Как-то вот так у нас с тобой должно получиться. В общем, вся надежда на то, что мы действительно сегодня перейдем до Лиги Мастеров. Одна звезда. Причем сразу же, при первой попытке, да, на буст. Никого не потеряв. В общем, все отлично. Тут даже и говорить не о чем. Я насчет Армагона даже не сомневался. Он здесь еще один может очень долго, как говорится, разрулить ситуации. И у нас какая? 30-я, наверное, позиция опять, да? 46-я. Но я думаю, что все равно нам хватит.
Давай-ка я возьму, наверное, раз, два, три, четыре, пять. Ну, естественно, здесь никакой подстраховки брать не надо, потому что персонажи довольно сильные для нашего противника, я имею в виду. Даже уклонения здесь не буду делать, потому что оно ни к чему. Давай, наверное, сделаем с тобой ярость Рафа. И под эту дудочку я хочу сейчас сделать массовую атаку. Либо железноголовым, да, либо... либо Бакстером Стокманом. Так, Сплинтер осел. Ё-моё, обалденно. Под усилением, конечно, мы тут вжарили, будь здоров. Ну что же, идеальная победа. И у нас последний с тобой остается бой. Третья позиция. Да, последний бой как раз будет, ребят, заключительным. Для того, чтобы мы перешли с тобой в Лигу Мастеров. Раз, два. Ну, соответственно, придется мне сделать откатик. Причем не один. Все, поехали в бой. Ну, тут, сам понимаешь, одного удара Армагона будет достаточно, чтобы эти ребята все слились. Давай, Армагоша, влупляй. Все, прекрасненько. Ну что же, а нам с тобой остается, может быть, пройти какой-нибудь из испытаний, потому что, ну, с Лигой, как ты видишь, все закончено. И у нас с тобой мастерная звезда, позиция 64-я. Я тебе скажу, что это неплохой результат. 59 ДНК. Надо будет, кстати, разобрать это все дело. Так, ну что? Это я за кадром буду набивать по испытаниям. Давай-ка посмотрим. Мания Майки. Кого тут дадут? Слушай, Мания Майки, 80 уровни. Ну, это вот мы с тобой заберем. А вот насчет Майки Космос. Насчет моей... А здесь кого дадут нам? Так, Супер Шреддер. Ну, я даже не знаю. Ну, давай попробуем, наверное, все-таки с тобой вот этот эпизод «Городская война. Тени на солнце» поиграть. Хочу, ребята, пройти. Но я не знаю, полностью можно, в принципе, и не проходить. Нам нужно с тобой что? Получить ДНК на Шинигами и получить ДНК на... кого там, на Майке, по-моему, да? А что я делаю-то? Включаем с тобой автобой и просто наслаждаемся. Сегодня пройдем это событие, потом уже за кадром я пойду набью осколки серебряные и золотые. Хотя серебряные на самом деле уже мне не нужны. У меня нет таких персонажей, которых я должен из бронзы переводить в серебро. Они уже все в серебре. Ну и, как ты понимаешь, первый заход самый легкий. С 10 уровнем мы справились и переходим на следующие поединки. Так, Карайка, ДНК получили. Следующий у нас будет Донателло. Вперед, из песни. Также на автобой, ребята, также смотрим. Поехали. Так, вырубили. Ну, согласись, здесь все легко и просто. Тут 20 уровень, потом будет 30, потом будет 40, потом что, 50. И последний, наверное, будет 70, я так понимаю, левел. Тут пока все на один зубок. Никаких проблем нету. Шреддер уже себе начинает потихоньку стакать броню. Это правильно, так и надо. Дальше у нас кто идет? Морозильная кошка, да, по-моему? Так, морозильная кошка. А, тут еще вот Кунаичи у нас, да. Блин, Кунаичи, конечно, очень долго у нас, ребят, тоже собирается. Хоть и задания, вот эти вот события у нас проходят достаточно часто, да, здесь. Именно городская война. Но Кунаичи очень долго фармится. Очень долго. Я даже не знаю, когда он у нас полностью это прокачается. Так, минус. Тут, сам понимаешь, 30 уровень, вторая волна. Разбираем с полтычка. Никаких абсолютно, ребят, проблем. И пройдено. На 3 звездочки. И мы с тобой
Переходим дальше. А дальше у нас кто будет? А дальше у нас Майки. Потом вот только Кунаичи. Майки, значит, потом Кунаичи. Потом Алапекс. И уже после Алапекса будет Шинигами. Ну а после Шинигами будет Сплинтер, которого, в принципе, трогать и не нужно. Почему я не могу понять одного, ребят? Когда уже, в принципе, как бы постепенно... Вот ты смотри, видишь, вот эти вот красные сообщения. Почему они выходят не сразу же, а спустя там 2-3 секунды? Там, например, персонаж погибает, пишут постепенный урон. Хотя на самом деле он погибает. Нет, постепенно. Видишь, тут защита покраснела. Это же... Почему вот это вот показывается? Тут бывает, знаешь, критический удар, но он почему-то белым высвечивается. А бывают такие, там, постепенный урон, красная надпись, там еще что-то. Почему это все происходит? Так, ну что, Кунаичи, вперед из песни. Естественно, если мы с тобой найдем персонажей, которых можно будет фармить, конечно же, будем потом ближе к концу недели фармить. Так, стрелозады плюс дроны. У Ваньки тебе не кажется, что немножко кастеты неправильно лежат в руке? Они как-то сбоку у него почему-то, хотя должны быть на уровне косточек. Так, идем далее. Это у нас последняя, да, волна? Ну, давай, давай. Ай, ну, вот зачем ему вот эти вот понты, я не понимаю. Еще и хиляется. На-ка тебе. Ай-яй-яй. Вот и все, и нет понтов больше. Так, отлично. И получается у нас еще с тобой два события, да? Это у нас Кунаичи. Ну да, Алапекс и Шинигами. Погнали. Нечего тут, как говорится, рассусоливать. Автобой. Ребят, ну автобой, я, по-моему, могу все это событие пройти на автобое. 60 уровень, хотя... Ну вот зачем вот он сейчас делает вот этот вот Бакстер? Я вот не понимаю. Он один, не чтобы просто бомбануть, он взял, вызывает маузеров. Странные ребята какие-то. Кстати, я еще не видел ни разу, чтобы Супер Шреддер на автобое применил свой суперудар. Вообще ни разу этого не видел. В принципе, как и то, что Ванька, например, делает пулеметную дробь, да? Допустим. Или чтобы Рокзар сделал вот этот вот прыжок. Они почему-то этого не делают. Так, ну что у нас тут? Минус. Минус. Ну, Алапекс здесь ничего не сделает. В принципе, Рафаэль тоже ничего не сделает. Единственное, что он может сейчас, это встать в стойку с удара. Смотри, сделал прыжок, прикинь. Сейчас Рокзар сделал прыжок. В первый раз увидел, чтобы он это делал. Ха, на автобое причем. Круто. Но вот Супер Шреддер пока почему-то не делает свои вот эти вот шипы. Может быть, он еще не созрел. Так, ну что, лисичку мы с тобой получили и забираем, точнее идем за Шинигами. 75 уровень противника, поэтому, ребят, я, наверное, буду здесь сам играть, дабы избежать ненужных нам, как говорится, смертей. Так, добиваем этого сосунка. Стрелозад, получи. А, минус. Добьешь, Ваня? Слабоват. Переходим с тобой на вторую волну. И здесь у нас то же самое практически. Я на всякий случай активирую сердцебиение. Пускай висит. Он, по-моему, 2 или 3 хода действует. Так что лишним не будет. Вызываем с тобой маузеров. И добиваем. Так, далее. Далее у нас отряд Трясогузки. На тебе. Не буду я пока шипы эти использовать. Они пригодятся уже на последней, мне кажется, волне. Давай волну с тобой смертельную сделаем.
Так. Добили, и этого тоже добили. И четвертая волна. Ну, здесь уже можно что-нибудь такое. Супер Шреддер, ты... А, нет. Ну-ка, Ванюша, давай пулеметку. Че это так? Че так жиденько-то? Блин, ребят, что-то как-то... А, я забыл, что это же сейчас будет хилять, наверное, да? Морозильная ку... А, тут еще и майки у нас, ну да. Давай-ка с тобой уберем одного. Я возьму на всякий случай провокацию здесь. Хотя, наверное, можно было и не брать ее. Надо же, заморозило. А если мы вот так сделаем? А минус майки и... Морозилка, ты погибнешь или нет? Да. Последняя волна. Вот они стоят, тут архаровцы все. Поехали. Минус кунаичи, да, я так понимаю. Окей. Дальше пойдут шипы. Ёлки. Просто великолепно, да? Супер Шреддер вот такой, друзья мои. Просто шипы, постепенно урон повесил и всех уничтожил. Вот и Шинигами. Ну что, ребята, на Сплинтер, я думаю, нет смысла идти. Только если ради фарма, но, я не знаю, напиши мне об этом в комментариях. И как бы получается на сегодня все. Осколки я пойду за кадром набивать. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.